Эта штука работает. Итан. Итан, Итан, постой, 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 постой. У меня для тебя кое-что есть. Гляди, гляди, что у меня есть. Ты знаешь, для чего это? Знаешь, для чего Зое это нужно? Оно думает, что это что-то особенное. Нет, Итан, это не особенное. Вот, вот что особенное. Особенное. Видишь ли, Итан, они все хотят повернуть время вспять. Что? Что, Эвелина? Я просто хочу ему показать. Я просто хочу ему показать, что не все хотят вернуться к прежнему порядку вещей. Зоя, тупая... Сука, она не понимает, что я не хочу возвращаться к прежним временам, пока отец вас всех не нашел. Не все хотят повернуть время вспять. Так вот. Так вот, Итан. Итан. Ты можешь сколько угодно ползать под этим вонючим, поганым домишкой и искать эти твои ингредиенты, но ты ни черта не найдешь, Итан. Хочешь сделать сыворотку? О, детка, это только через мой труп. Слышишь? Ну давай, Итан. Что скажешь? Знаю. Блядские пароли, да? Попробуй 0814. Не-не-не-не-не-не-не. 0612. Не-не-не-не-не-не-не-не. 0514. Ну давай, не рискнешь, не узнаешь, м? Нужно найти пароль. А!
Или нечестно, господа, у нас есть право. Пошел ты нахуй! Чувак, это проверка умений, так что не жульничай. Из кармана все барахло выкинуть.